Городской суд вынес приговор в отношении заместителя командира взвода дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ненецкому округу Евгения Ольховского. Он признан виновным в получении взяток. Ближайшие 8 лет полицейский теперь уже в прошлом проведет за решеткой. Признан виновным в получении взяток за незаконные действия, выразившиеся в изъятии и уничтожении административных протоколов, составленных в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и возвращением водительских удостоверений. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах со штрафом в размере 3 миллионов рублей.